Всем привет! Сегодня у нас первая копка картошки. Решили попробовать. Так, какое число? 7 июля. 7 июля, да. Решили попробовать. Она вроде бы как отцвела, но в магазине картошка у нас дорогая. 65, 75, 85, я не знаю, сколько стоит у нас картошка. Короче, у нас картошка закончилась, и мы решили попробовать. Не знаем. Что у нас там выросло, но начинать надо. Что выросло, все наше. Что выросло, то выросло. Да, вот вас взяли с собой. Вы сейчас будете свидетелями в прямом эфире. Будем копать картошку. Че, кустик хороший. Кустик, да, симпатичненький. Симпатичненький, да. Че с ним, выдрать его, интересно, пойдет он? И не пойдет. Ой, мама, ой. О, хорошенькая картошечка. Мелковат, конечно, еще, но... Не хорошенькая, ну так. Ну. Сейчас посмотрим. А сколько? Ну, мелкая. Но еще подрастет. Копать-то ее еще рано. Ну, копать рано, но все равно. Так, сейчас посчитаем. 4, 6, 8. 9, маленькую не считаю. 10. О, смотри-ка, 11. Это старая картошка. 11 и 3. 14 15 16 17 18 19 20 23. Эти три кладутся так. Так, 23 мелкоты. А где мама? В лес пошла за грибами. Все, уже пока не надо. 23 и 2, 25. Она уже далеко ушла, не бегайте. Смотри-ка, хороший корень-то. 25, 27. Слушай, прям один корень и 28. Оба это на нашу семью. Да, 29. Ну, мелкая, но мы любим мелкую молоденькую картошечку. Сколько, 28? 29. Наверное, все. Ну и там мелочевки было много, ты не считала, считай 30. Ну да, мелочевку я не считала, 30 пусть, да. Все, вот еще такая же мелочевка. Ну у нас малышня ее любит, эту мелочевку. Ну вот так, что, еще будем рыть или нет? Да, наверное, еще один на ужин надо. Вот такая, видно? Да. 30 штук на корню, когда она вырастет. Вот, наверное, самая большая. Будет отлично, да. Ну, нормально. Такую мелкую на ужин. Молоденькую, с укропчиком. С чем еще? С чесночком. Угу. Сказка. В общем, вы были свидетели. Но она вырастет и будет целое ведро с куста. Ну, давай второй копнем, а потом покажем, сколько у нас в итоге получилось. Ну, давай. Угу. Ну, вот, два корня. Практически пол ведра. Ну, мелкая, конечно, но время подрастет. 7 июля. Время есть. Так что ничего, будет урожай картошки. На ужин нам хватит. Сейчас отварим и покушаем. Все, друзья. Всем пока.